Wait, ну, с ней. Ой, какая широкая спина у мужчин. То Крайна будет с ней это снимать. А, я поняла. Упс. Понятно, Легион. Ага. Я под мейном тут тусую. Слышу, что-то происходит. Ой, я меня не заметил. И меня не заметил. Все хорошо у него? Ну. Стелс. Ой, понятно. Все, меня заметил, видимо. Я так вижу, ты уже помираешь. Ну не сегодня, Нестор. Не сегодня. Конечно. Я ж промансер. О, промансер получает люлей, понятно. Он не за мной, он. Ну он эту. Фэнк. Игорь гоняет. А. Оп. Кто здесь? Ой, крюк с пеленой. Да, это я. Я не вижу здесь гены возле мейна. А, нашел. Я. Я рай. Купила сегодня семечки, сама пожарила. Это, оказывается, так вкусно. Это гораздо вкуснее, чем всякие соленые, грязные какие-то непонятные семечки. Да, думаешь? Угу. Сейчас, где он чинит? А, понятно. А чё вы все ранены? Ну, у меня он успел покоцать. О, ну блин, этот. Чем ты пришел ко мне? У него разлад. Чел. Ладно, проверим, вдруг у него нет разлада. Потому что он к нам со всех ног не бежит. Думаю, разлада нет. Вообще странно, я его потерял. А, если он у нас. Эй, зачем ты билку включил? Мы и так ранены. Ты снова дико тупишь. Сори. Я лочу, если что. Ага. Я его буду в майне. Тут, кстати, подвал. А, и она его ко мне привела. Вот такая красотка. Это трек. А, ну как ты это сделал? Скажи, пожалуйста, сделал. Я же кинул. Нет, только не меня. Ладно, я думаю, кажется, хорошо идет. Хорошая катка, да? Хорошо пошло. Да. Да. Она была под палеткой. Я думал, успокою. А. Пира. Крио. Пира, Крио. Электро. Дендра тоже. Ой, у нашего этого, как там его зовут? Два это часы, короче. Я понял. Господи, вы уже всех сняли? Он прям рашит палетки. Не я. Он будет меня душить, серьезно? Зачем?
если можно другое душить, да? Нет, не оценили, ну ладно. Так, чё, кто-то будет бегать ему этот лачугу? Да блин, он где-то возле меня пьёт. Так, я к вам, я от вас уйду нафиг. Меня бесите. Ну, он в лачугу пришел. Да. Я в майне чиню. Чини. О, лачуга продана. Вы все лачуга? Уйди! Да. Ты что, за мной бежишь? Ты что, крейзи? Не видишь, это та самая карта, которая в начале 8, там в конце умираем все. Знаешь, очень похоже. Они, главное, два гения. Пришли чинить в лачугу один генератор, хочешь, представляешь? Хочешь ачивку, хать, иди. Ты ваш на ачивку. Не надо. Нет? Точно, я оставлю 99. Ой, бог с ней. Ладно, ладно, не иди. Он здесь. Нет, он лачует. Я его вижу. Там рядом с мейном еще три пустых генератора. Печально. Но мейн уже вычинен. Да. Конечно. Куда, стрелок? Куда? Зачем? Блин, посмотри еще раз. Пойду-ка я выхилюсь. Наверное, это меня не спасет. Тебя Дуайт лечит? Нет, я сам хилюсь. Он не обязан. Я самостоятельно. А. Если я вдруг упаду, ты сможешь его отвлечь? Угу. Давай, это немножко не до этого. А. Нет. Короче, что я помочь тебе не смогу, короче. У меня телефон садится. Что за дико ты слышишь? Я возле меня чиню. Я между мейном и лачугой. А я между мейном и воротом. Ой, давай, привет, что ты делаешь? Конечно, спасибо за проявишку, но... У него нет разлада, видимо. Да чините с проявишкой, пока можете. Привет, как прогресс, че жесть. Так что они где-то рядом сейчас. Не, мэйн, около мэйн. Так, что? Блядь, серьезно, инструменты? Вы чё? Ну да. Вы шутите надо мной? Можешь ещё пару кругов? Я уже не взяла. Ай. Почему так далеко? Мы на самых дальних воротах. Кемпит, что ли? Не знаю. Да. Прям фейсит, прям фейсит. Оо, там есть рядом ворот? Не вижу, если честно. Я не помню, где ворот сейчас были. Бля, я тут раненая сижу.
Желательно ее это сменить. Ну, это рискованно очень. Вроде как успеваю добежать. Нет, ты вообще не беги, тут Хронос снимает. Снял он ее и разменялся. Менял шпахель, да. А то тут с хилом, блин. Здесь далеко не видно ворота. Может, они золочугой ворота? Золочуга и золочуга. Вроде были. Да, мне кажется, они золочуга. Чё он так нарывается? Мне интересно. Чё, откроешь их? Я не знаю, где они. Да золочуга, мне кажется. Это? Угу. Золочуга нет. Есть! Рядом с ним. Рядом с ним ворота? Я открою. Хорошо, отлично. А, да, вижу, вижу, вижу. Катя, ну не трогай, Катя, Катя, Катя. Собака. Мы шанс его спустим. Что ты сделала, звезда наша? Девяносто девять. Не дает, не дает. Зачем? Да бляха. Давай. Это же не открывай. Только сбегаем, сбегаем, сбегаем. Чё не открываешь? А, она же умерла. Она же умерла. Бедняк, зачем она полезла? Не-не-не. Ачивка. Это мне ее жалко. Я... Разлад был, да? Железная дева, я так знал. Разряд. Ну, я разряд, кстати, вообще не почувствовал. Да, я тоже. Вообще, что сделала Фэнмин? Зачем? Кринж. Согласен. Ой.